Но больше интересных деталей сегодня опять же рассказали журналисты. Источники интернет-издания «Страна.ua» утверждают, в прошлом году Устименко выполнял спецзадание и засветился у дома Шеремета. Но следил он не за журналистом, а за его собеседниками. Якобы интересовала Устименко деятельность добровольческих структур МВД, с которыми общался Шеремет. В тот вечер к нему приходили бойцы Азова. Источники издания также не исключают. После того, как на Устименко вышли журналисты, он был уволен из спецслужбы задним числом.